я понял, все. Ой, все, пошло. Спасибо вам большое, ребят. Сейчас напялю, сейчас напялю. Да дворфов покажи, блядь. Да сейчас, блядь, как тут напялить на своих этих самых кланцев чемпионы, вот. Я на него не ту обувь, сука, надел. А, ну это и другой сет. Че нахуй делать с этим сетом тогда? На другого типа, что ли, надеть? Ребят, мне уже сложно, блядь. Вы говорили, что игра сама в себя играется. Давай, где дворфы? Да, есть, прикинь. Да, да, ну-ка. С анкоманов А, нет, погоди-ка. Все правильно, с анкоманок. Ого-го-го, нихуево. Говорит, извини, пожалуйста, но я не смогу поиграть, телефон сломан. На компустер, не на телефон же, ёбану. Угу. Нормально, вообще нормально. Моя рефералка, она уже вшита в баннер, и она же в чат-боте, так что все. Это тебя устраивает? Смотри, бать, они стоят где-то. А дворфы никак с евреями не связаны? Схуяли у них так много денег? А, от мира к миру связаны, в принципе. Где иногда дворф? Они жадные, иногда нет. Где дворф, где еврей? Я не знаю лор, где дворф, блядь, не пасется о золоте. Ого, вот это хейхачи. Нихуёвый такой, блядь, как рыба-молот. Салатница, блядь, можно налить туда и жрать что-то. А, ну ладно, неплохо. О, мне кажется, этот к твоему дворфу близок. Нет? Которые инфантри? Не знаю, ну вот как-то вот мне кажется, вот у твоих дворфов вот такой вот манерное лицо. Лицо? Да, манера лица? Или как это? Слышишь, у него оружие из этого Bloodborne. Точно, точно, но стильно, неплохо. Злой дворф, ебать, ты таких видел? Да. У него это самое, пикса в руках. Нихуя себе, кузнец боли, ебать, это я. Пейн Смит, чего, ебать? Ну, слушай, как бы реклама рекламой, но я иногда играю в игры, вот типа Pass of Exile. Я в нее играю только потому, что у меня течет теплым по ногам от лора и от того, как там все выглядит, блядь. И вот я такой обожаю. Нет, тебя туда, я туда тебя и не зову. Говнище. Так, можно я быстренько проверю, если здесь смена языка? Нет, quit and cancel я не хочу. Ребят, а есть тут смена языка, кто знает? Сейчас подумаем. Shop, нет, battle. А куда сжать-то в этих случаях? А, вот, вижу. График, ультра, 60 FPS, resolution, notifications. Language, ёпта, блядь, для дебильных сделали же. Огромный был language. Украинском мова Е? Не, о, oh, Е, Е. Да, будем на украинском. Украинскую поставь. Сейчас надо еще подгрузить. Мне бы пора открыть донаты, прочитать по-хорошему. Но я что-то увлекся, хер пойми чем. A new warrior. Давай украинский ставь. Алло. Алло, здорово, Босяк. Здорово. Че, ты не отвлекаешь, не знаю? Сосать будешь? Два буду. Правильно, мальчик, правильно. А что ты делаешь? Стримлю. А, да? Угу. Блядь, я хотел тебя на море позвать. Не, теряйся. Гандон. Ну все, сиди, давай. Там, да. Крыльям, давай. Да. Я потом жалуюсь нахуй, что у меня лето проходит. Что у меня лето, блядь, проходит мимо. Все сменил, погнали дальше. Все герои? Сюда же мы жали, да, все герои. Так, дворфы. Такая, блядь, украинский ставь. Сука, говорит, у клавы такой звук приятный. Это что за такая? Хочу механику взять. Так это же этот самый.
Thunder X, ты чё думал? Ты чё думал, я себе бы купил механическую клавиатуру? У меня за 2 года стримов не появилось нихуя. Я всё так же живу на съёмной хате, у меня ни черта нет, у меня компьютер со времён Ютуба, блядь. И всё, что у меня есть, типа моего стула и клавиатуры, это, блядь, только от того, что прислали по почте. Поставь украинский. Кузнец боли. Кузнец боли, там был Paintsmith. Ну, слушай, конечно, звучит на русском похуже, тут согласен. А на украинском как? Да все, все, иду, несу. Где эта херня была? Поехали. Ставлю. RTX 2060 зато. Ну, тут, блядь, нет, правда, это ничем не помогает. О, инша справа. Градец. Что это значит? Скасувайте нахуй. Так. Еще раз сюда. Опции. Музыка. Музыка. Эффекте. Бля, ну, братан, ты не обижайся, но иногда ваш звук, как будто бы, бля, просто пиздюк разговаривает. Какая может быть музыка и эффекте? Эффекте. Так. Тихо, сейчас проверим, насколько оно громко. Нормально. Давай, игра ты, нахуй. Разблокировать. Я перестал понимать, нахуй, хоть слово. Видобуток. Это кого он мне предлагает? Видобутки. Это, ну, как часто ты из него ресурсы получаешь. Рубины. А, я нажал не туда. Сейчас я еще чуть подрочу мозги. И эффекте чуть-чуть накрутим все-таки. Без эффектов совсем хуево. Так. Все? Готово? Готово. Куда мы движемся? Давай, поездитесь, давай. Так дворфов уже смотрим. А, давай дворфов смотри, давай. Так, атака. Это был Коваль, Болю, Рив. А, это Ривень, то уровень 60. Ривень, уровень, Коваль, Болю. Коваль, Болю, а ну давай других. Вал. Валик. Ну, рунический дворф. Пиздатый. А нельзя, да, скиллы посмотреть, как выглядят на месте, да? Ну, понимаю. Поверь на слово, нормально. Ну, классика. 4 топора, зачет. Майстер Соквири. У, сука, бля. Хочу таким стать, когда анти вырасту. В перерождении в дворфа. Мне нравится, что здесь есть злые дворфы. Старший забийник. Ой. С поварехой, блядь. Ой, забил плотненько. А что это у него здесь? Снюс хранится? Прикольно. Что тут еще? Ну, этого мы видели. В смысле, такую модельку. Охуеть можно. Колпачеки. Буров. Караульный. Ля, как охуенно. Undead. Под музыку, под бит сделать на его, под лоу-фай ремикс. О, давай, в нос ему, давай. Да, получается. Музыкальный слух есть. Качает. Это к этому к врачу надо срочно. Ой, бля, что-то да. Что-то корка на ране. Ой, что-то корочка. Ух. Так больше в какую-то азиатскую сторону. Давай дворфтян показывай. Сейчас будет. Так ты можешь просто... А, там нельзя? Можно. Тесак. Опа! Кто нахуй? Да ладно. Каржник? О! Я ожидал... Галатову коса, сука, я... такая. Ты шо, сука? Ты шо, сука, такая? Вау! Неплохо, я ожидал куда хуже. Молодцы, Галя, хорошо. Жрать. Гала. Египетская сила. Египетская сила, Галя. Нихуя себе.
блядь. Как там в этом меме, блядь? Галя, ее бывший, ее отец и прочая хуйня. Байердаль. Это как? Пиздец, танкист. Не, на самом деле неплохо. Ебать, какой он классный, сука. Дворфики худенькие, похожи просто на людей. Ну, это ошибка какая-то. Подождите, это какая-то ошибка. Плотные. Ну, ух, дело. Сука, Ярл, блядь. Ярл, да. Та же самая Галя, только Молли. Пошлая? Да. У, сука. Да, она определенно. Угу, угу. Ты, блядь. Охренеть. Охренеть, вот эта форма. Ебать. Вау, Dragon Ball Z сиськи. Охуеть. Это были все? Все, у меня давление повысилось. Я отдохнуть надо. Да, это были все. Дворфы все. Так, ладно, пора, блядь, играть, а то я сейчас здесь застряну надолго. Сколько здесь, блядь, будет дизайнов? Я бы застрял надолго, да. Я бы так и сделал, я бы смотрел на дизайны. В принципе, меня это больше интересует, нежели остальная часть. Хорошо, хорошо. Значит, шо, князь, шо, блядь? Где князь? Покажи того хуя ледяного. Вот этого? Вурлим. Блядь, один в один Лич Кинг. Не, оригинальный дизайн. Прикольный. Угу, угу. Несмертная Орда. Демони. Демони! Ящеролюды. А это кто? Фури. О, охуеть. Тут узнаешь? Шо, блядь? Да иди нахуй. Ух ты, здоровый кабан, нахуй. We've got incoming. Ой, блядь, хочу этого. А как его получить? Ой, отличная вещь. Нихуя не понимаю, абсолютно ни слова. Атакуя одного врага 6 разив. Первый удар, моя 75% шанс накласти слабкость. Какого-то как хуя, как на белорусском читаешь. Да ты, блядь, ну не придирайся. Не придирайся. Или может быть забить на прохождение, просто сидеть и рассматривать модельки. Темные эльфы, демоны. Какой вариант? Просто считать штуки на украинском. На лепических демонов посмотрим. Орды, стяга, шо? Блядь, ну это уже чисто анимешная тема пошла. Это его брат Каин и Авель. Чук, гек, жока и бока. Угу, угу. Азлагор. Антара Тасадар. Жизнь за Айюра. Неплохо, неплохо. Этот мне тоже нравится. Угу. Блин. Да ладно, это голая совершенно летает. О, отлично. Отлично. Я не знаю, здесь вообще выбирают расу, ой, в смысле кланы, и составляют из одного клана всех персонажей, или что выпало, то выпало, я не еби мозги. Играй на чем есть. Вы посмотрите здесь на Демонесс. Такое разве возможно? Спасибо, ребят. Damn, Daniel. Damn. Блять, я бы не хотел заебать. Да я после стрима тогда, что я буду людей заебывать. Да заеби. Что, они не против, наверное. Просто мне это покоя не даст. Тот же самый. Я почему выключаю? Я любуюсь портретами. Мне это тоже важно. Капканы, Mad Max Style. Ну, неплохо, неплохо. Угу, угу, угу. Гачи тема. Только хотел сказать, здесь красивых баб мы, наверное, не найдем. Только хотел это сказать, и вы представляете, что происходит.
Расскажи мне, ренегатка, расскажи мне, как ты докатилась до такой жизни? Стинки. A new download. Так, хорошо, хорошо. Так, был уже. Ну, стандарт был уже. Чародейка. Ну, классика. Разоритель могил, блять, с какой-то метастазой, блять, терпеть не могу. Когда особенно Вовке такая хуйня была, когда они врагов делали, что у каждого какие-то опухоли на плечах. Уход. Моя ты королева, моя царевна. Какие плотные дреды. Королева Роя. А если опухоль опять? Не. Шо не, а если опухоль? Чисто. Просто по ссылке качать, никаких промокодов вводить не надо. Нет, просто переходишь по ссылке и оттуда скачиваешь. Да, все правильно. Так, нет, донат еще не читал, но сейчас уже. Керриган, да, да, Керриган. Да, Керриган. Блять, ну неплохо. Да не, я бы сказал, отлично. Норм две опухоли. Норм две опухоли. А ты видел, как она перебрасывает копье? Мастерски. Хочу посмотреть еще раз на эту анимацию. Сделай для меня, родная. Давай. Маленькая, роднуль, давай. Для... Семья вся собралась, давай для нас один раз покажи. Толя, дядя... Переключить туда-назад. Дядя Толя с Сургута приехал. Ну, сделай. Да сейчас сделает. Стесняется дядя просто. Дядя Толя. Ниндосик, блядь, ты мог не говорить о том, что ты ее скачал. Ты по факту, блядь, уже должен был давно в нее играть, нахуй. По моей ссылке. Типа, одолжение мне делаешь? Ты чё, нахуй? Спасибо, Ниндосик, большое спасибо. Там сиськи, подожди, что-то мне скидывают какие-то... Hey, yes, we're almost there. А где сиськи? Сисек нету. Не, мне скинули картинку. Это мы добавим. Чё, говоришь? Я нажимаю, что мне больше 18, а оно не хочет. Пацаны, она перекидывала, да? Блять, я мозги ебу, я все просал. Да нормально, что ты. Ай, блять. Да, пошла нахуй. Перекидывай, это самое. Ты долго еще будешь копье перекидывать? У меня уже рука устала. Кто вас так наряжает? Кто модная, ебать модная, посмотри. Что она как не отсюда. Не отсюда, как из Destiny 2. Destiny, как из Destiny 2. Но ты как в воду глядишь, когда пиздишь. Я даже не знаю, как у тебя так получается. И мешки у них, все, что надо, все, что нужно, все есть. Все опухоли на месте. Все опухоли на месте. Ну да, она чересчур модная, неплохо. Ладно. Как ее зовут? Высер? Виспер. Кат Риф. Теургри... А, блядь, Риф, это же не приставка, я все... Теург. Темна Чаклунка. Ебать, прикинь! Чё, прикинь, для меня это слова. Темна Чаклунка, блядь, кто? Почему, блядь, Розоритель, это просто русское слово, но, сука, с ошибкой, как из первого класса. Розоритл. Розоритл. Чародика, гладиатор, Акалит, ладно, здесь не интересует. Темна Чаклунка. Виспер. Золота жница. Ну золота. Тут что у нее какие-то... Плосковато по сравнению с предыдущими. Слушай, это как бы одно и то же, по сути, сейчас мусолим по кругу. Надо переходить к легендарным. Ты ебать, где они такие комбинезоны в средневековье берут? А на шевелюру посмотри. Больше похоже на это, вот какая-то кореянка, которая мукбанг делает, где она 30 тысяч калорий въебывает за раз. Больше на эту хуйню похоже. Отлично, отлично. Мивина. Рамен-чан. Так. Угу. Ну, одна и та же баба в 10 вариациях. Да ладно, страхолюд. Дэм, бой. Страхолюд. Страхолюд. Люду страхал.
Another one. Похоже. Тип говорит, это я, ну конечно, конечно, похоже на этого, блядь. Это ж Франкенштейн, ебать ты умный. Я не про Франкенштейна говорил. Некролог. Я говорил про типа, из фильма, из фильма про, блядь, как же он назывался? А, Ван Хельсинг. Ну да, там тоже Франкенштейн. Прочитай название прошлого челика. Деспот. Некролог. Не, еще, да. Ты меня чем-то удивить хотел? Да, дальше. Ля, ну что ты творишь? Ну они все с копьями перебрасывают их. Ну вы даете. На какую аудиторию, собственно, игры делаются, а? На какую аудиторию? Хорошо, хорошо. Так, ну этого мы типа видели. Стоп. Ну этого мы все видели. Да, я походу включал здесь. Ага. Ага. Ну. Бистофус. Да, блядь, они не, понимаешь, они теряют, Бестроганов, они теряют в своих именах вот эту вот угрозу, силу. Ты, блядь, вот такого увидишь на улице, охуеешь. Типа, кто пришел меня пиздить, а он начнет представляться. Я вас, Бестофус, и ты сразу насмех его, блядь. Кто пошел нахуй, петух? Кто? Бестофус пошел нахуй отсюда. Не страшно. A new warrior. Так, понятно. New Warrior. Отлично, отлично. Погнали, ребят. То, что просили. Эльфийки. Поехали. Да, блядь. Чего я мог ожидать? Хорошо, что... Хорошо, трусы напялила, блядь. Ага, ага. Ага, ну это та же. Только в профиль. Ах ты, как зовут тетя? Что значит самодива? Кто? Самодива, кстати, давай, интересно. Типа она дива, и она сама? И она сама по себе. Сейчас будет два, да, расслабься. Так, на каком мы будем смотреть, на английском или на русском? Так, не меняй! Я уже нажал. Рот, блядь. Мне просто очень интересно. Я ни хера не понимаю ни слова. Мне очень интересно их название. Кто был этот Скоропуз, блядь? Картопля или как его звали? Кто нахуй? Ну, этот предыдущий тип. Я все, блядь, я на английский присел. Как можно нахуй? Скувати? Или что это за слово? Как можно, когда есть выбор «да» и «нет»? Поставить тебя между скувати... Скосуваты. Скосуваты, блядь. Что это вообще может значить? Отмена, отказ. А, все, ну другое дело, запомнил. Где? А, я извиняюсь, он и есть, он Бестофус, блядь. Придурочный ублюдок. А самодива как? Самодива так и есть. Самодива. Где она у нас? Нет, таких еще не было. Стоп, а как я листал, как что я ее мог пропустить? Редимер? Что я натворил нахуй? Что значит редимер? Чё, бля? Ты знаешь перевод? Получатель, бля. А, самодива, все, теперь понятно. Поехали дальше. Самодива. Самодивы, этот самый плакат такой. Ты посмотри на эту. Роковая баба. А кто их стрижет, блядь, в средневековье так модно? Парикмахер. Парикмахер. Барбер. Слушайте, ну мне кажется, просто мы на самодиве победили. Мне кажется, дальше смысла листать нету. Не, мало ли, давай там. Ну, мало ли, да. Твою мать. Моя госпожа. Золотом шито. Щит, а щит-то какой? Ой. А щит странный, он какой-то очень длинный. Блять, кстати, такая одежда реально существует? Такая одежда реально существует?
У вас это дырка в кульке, блядь. Блядь, Кельвин Кляйн. Из магазина у тебя из дырки в пакете что-то торчит, еда, ты просто... Да-да-да. Бутылка целлофан пробила этот, коробка из-под сока, углом острым. А это называется андербуб. Да, да. Знаешь, где я впервые это увидел? В Бличе. И на тот момент мне показался этот дизайн настолько сорвибашенным, как можно не до конца натянуть свой свитер. Ну, выросла девочка. На пол сиськи. Ну, выросла девочка, да. Большая стала. Это тут точно ничего не скажешь. Коробка от Кагора. Уф, Тим говорит, перекур. Утримувач. Чё, блядь? Парагон. Утримувач. Хорошее название. Да, я понял, у них это мода, блядь, походу. Летний сезон 2020. У темных эльфинок. Начало жопы видно, если хорошо подумать. Вообще-то там всю жопу конец видно, жопы. Если... Конец жопы тоже видно. Ну-ка, в позу, пожалуйста, принимай. 200. Пацаны... 200, ребят, а, за малым осталось. Смотрите, там прилетел зеленый. Смотри, Contributions. Один тип даже вкинул соточку. Кстати, за каждых 5 типов... Бля, ребят, если собирались мне кинуть сотку, не кидайте нахуй. Видите, я все равно не читаю, блядь, сообщения. Ой, чуть-чуть совсем осталось. Смотрите, ребят, охуенно делаем. Если, короче, 5 человек вкинут по соточке, я не знаю, какой там минимальный донат, надо посмотреть, то 10 подарочных подписок в чат прилетит. Ну, это так, это я так просто говорю. То есть я никого не заставляю донатить ни в коем случае. Я, может быть, потом они сами тебе напишут, это самое, я тебе скину. 120, говорят, минимальный донат 120. Они сама, Смурфик, короче, все свои, Урфинджус, все, кто свои. Ну, вообще-то все свои, блядь. Но кто какой-то доступ имеет, хотя бы кто вот может собрать, блядь, пачку, напишите мне после стрима в личку, мы пообузим систему чуть-чуть. Они могут выдать 150 подарочных подписок. Ты что пишешь такое? Да нет, ну это нормально. Типа, просто мы возьмем, пойдемся вместе и вдоним вместе с Анисамой, блядь, сколько у нас есть бабок. Анисама, скинешься, и типочкам в чате прилетят подписки. На следующий стрим, наверное. Так, ладно, жопой покрутила, молодца. Мандривник. Вот, блядь, как это переводится? Мандривник. Путешественник это. Мандривник. Мандривник. Да ну нахуй. И она так и дерется. Какая же это классика. Чулки. Чулки чуть ли... По варенику. А вот если, да, если шлепнуть вот так вот. Оп, раз, и она загнулась на поле боя. И больше не покрутить копье. Чулки под самую эту, блядь. Под самую, не знаю, под самую, как там говорят, под самую кучи. Под самую изюминку, блядь. Как там говорится, у каждой женщины есть изюминка. Говорит, маленькая такая, сморщенная. We've got incoming. Блядь, девушки, я уверен, что все девушки, которые писали до этого, вот в чате, в донате, их, блядь, после этого стрима как ветром сдует нахуй. Их здесь больше не будет после того, как я хуйню несу. Вы не думаете, что я ёбнутый? Вы же знаете, что я не ёбнутый. Я же просто на любую тему могу хуйню нести. Я вот сейчас этим занимаюсь. Я-то на самом деле... Я в порядке. Я не... A new warrior. Ну это молодец. Эту хвалю. Оделась тепло в латекс. На улицу. Сталева тетива. Сталева тетива. Ну да, стальная тетива, да? Тетива. Ну ты более украинец, чем я, нихуя. Стальная тетива. Но она и выглядит как стальная тетива. Тетива это какая-то типа тетя. Стальная тетя. Тетя из Урюпинска приехала. Стальная тетя. Но меня это больше впечатляет. Тут хотя бы понятно, что... Ну, серьезная женщина. Что пока бежать будет, да, сиськи не выпадут. Мистик. Кайл, вот мне его советовали. Ой, ребят, как хорошо быстро пошло. Спасибо вам большое. Ребят, давайте поднажмем еще чуть-чуть. Тетя срака. Вещий судья. Вещий судья. Началось.
Ёб твою мать, что у неё с бёдрами? А это удобно, чтобы прямо... Что, ой, что... мадам Серис. Мадам Серис. Я сейчас сам здесь, блядь, прямо за столом. Серис сделаю. Блядь, пиздец. Какой за столом, нахуй. Смотри, прическа тоже модная, завивается. Ну, бля, ну имя какое-то вообще не эротичное какое-то. Мефедрон с собой носит, девочка с каре, моя мадам любимая. Серис. Мадам Серис, пацаны, это она. Я не уверен, что удобно. Ух, не, ну пиздец. А уф, конечно, да, но имя просто отвратительное. Она приходит, тебе на ногу навалила. Блядь, ты мне не даешь сказать, и из-за этого я хочу сказать, что у нее... Как называется эта шнуровка? И удобна ли эта шнуровка, когда она находится на таком уровне? Да, она разойдется, и все изюмин... Да. Вся изюминка. Все, мне кажется, что мышку... Мышку надо оттуда убрать, мне кажется, это неприлично. Это ёбнулся. Это я говорю, что что-то неприлично? Это я говорю? О, боже мой. О, нихуя у неё скотча было дома. О, бой. Да. Изолента измоталась. Изолента у неё моя. Какая одежда нет, это похуй. Как на складе строительном. Вот этот аксессуар до пола, да, тоже вопросы вызывает. Ну на флаг похож. Что она скрывает? Сколько раз, говорит, тебе женщины скидывали нюцы просто потому, что ты давк. Прикинь, братан, на самом деле жизнь оказалась не сказкой. Ни разу нахуй. Ну, возможно, там где-то лежит, но я диалоги-то не чекаю. Луа. Крестовик. А чекаешь? И что, были? Да. Были нюдисы? Заткнись. А ну. У Дэна, наверное, были нюдисы, блять. А почему мне не присылают? Стесняются? Мне, наверное, присылать нюдисы — это как отцу фотку пизды скинуть в ММС-ке. Багрянок. Фотку как гора. Угадай, что такое шукачка. Шукачка? Да. Это на ком было? Шукачка. Была недавно, вернее. Слушай, наверное, это что, вот это вот шукать, типа вот скрытно копошиться, вот такая хуйня какая-то, нет, да? Нихуя абсолютно. Блять, а что это? Шукать — это искать. Искательница. А, ну так я... Ты чё, охуел? Я так и сказал. Так что ты, как будто, ну, какую-то закладку прятать, ты сказал там. Прятать закладку. Шукачка, да. Личная эльфийка, которая поднимет вашу закладку. Шукачка. Ну, молодцы, ребята. Ну, а кто такой охоронец, оно? Кто? Охоронец. Был недавно. Ту, блядь, ну, этот охранник, ёпта. Молодец. Пятерочки. Ну, ты меня за тупого не держи уж. Ясновидица. А Багряна маска. Капитан Тимила. Багряна маска. Арахнит, Луря. Ну, это понятно все так. Надо до конца уже дойти здесь. О боже, я испугался. Ой, блядь, нельзя после того, как у вас во фракции столько баб, извиняюсь, девушек, пихать топлес мужика. И у меня чуть-чуть сдвиг по фазе случился. О, царица Ева. Мама дорогая. Нихуя себе царица. Хороший. Ну это чисто говоря, пиздец. Ян топлес. А это что такое? Ой. Это что-то... Какой-то хвост рыбий. Чуть-чуть вот этот залысина, вот эта вот белая башка на Васю сварщика смахивает. Ну хорошо. Все равно хорошо. Это стандарт, такие крылья. Косплеерша. Ой. Как его поиметь, пацаны? Как его достать? Ну, в ресторан своди, может, там уже это и хватит. Какой нужен ресторан для Фоли? Он что любит больше? Русский аппетит. Он по рыбе? Русский аппетит, нахуй. Я такого никогда не слышал. Он больше по рыбе или по этой? Ну, давай, спиздонишу. Your path to glory begins. Нога.
Не было. О, три контрибутора. Да ладно, уже три контрибутора, пацаны. Вы даете молодцы, пацаны. Я по Ланаке сел. Не, реально, кстати, мне вот такие дизайны нравятся, но единственное, что у него тело слишком плотное, он больше похож на воина. Он как батя немного. Мне нравится смотреть на дизайны всяких ассасинов и прочие хуеты. Да, да, но он как батя, который в чешую, сука, оделся. За кагором пошел. За кагором пошел после рыбалки. И два ножа кухонных взял, которые вот до сих пор с чистки, блядь, остались. Был бы он чуть-чуть такой, вот чуть-чуть потоньше, чуть-чуть такой, знаете, более такая, у него была такая женская фигура. Как у Саски. Или у кого там. Кто еще? Кто еще есть? У меня батя? Ага. Может быть фем, может быть нет. Главное, что бой. Главное, что свой. Это была хорошая фракция, особенно с царицей Евой. Сейчас я быстренько чекну глазами эти. Был бы он человек, блядь. Хорошая фракция, мне это понравилось. Пока что мне это понравилось. Нет, знаешь, дворфы были пизже все-таки. Дворфы, конечно. Дворфы были пизже. Там одна из последних. Ух, сука. Максим, арчих, пожалуйста. Сиськи, говорит, зачетные, не как в этих левацких играх, где женщина горошит адский. Да ты про что говоришь? Все нормально. Да, я тебе говорю, здесь, пацаны, у нас единственное укрытие — это мобайл гейминг. Пока что эти ебнутые не добрались до мобайл гейминга и не испортили хотя бы там персонажей. А орков давай, попросили же. А это кто? Собаки. Это андеды. Это собаки. Не, идем чисто по списку. Мы решили, что наша игра заключается в оцене дизайна. В оцене? Чё я нахуй говорю? В оценке дизайна? В оцене. В том, как это все выглядит. Меня просто это устраивает. Сам процесс вот подраться там, автобой, это само собой. Я могу сделать еще раз, пока, блядь, пока сидим. Сейчас передышка небольшая. Смотри, это мертвые хотят собаку погладить, они к ней такие лезут. Дальше продолжаем. Арчих, не арчих, сначала этих. Некроманш. Где у меня уроки? Она уроки собирается делать сегодня? Ты уроки сегодня делать собираешься? Мам, я уже все не снял. Что-то я не видела, чтобы ты что-то писал. Нам только читать задали. Издишь? Мам, дай 250. Мать, вставай, мне нужны деньги на вейп. Знакомы, пацаны, нахуй? Скоро дойдем до арчи, блядь. Так. Пиздец, я уже где-то час не проверял, что происходит в чате. Ребята, надеюсь, вы там в порядке. Что за, блядь, пей фанибут? Пей фанибут. Фанибут. Так, я надеюсь, вы там расслабляетесь. Пацаны, чуть-чуть дожать осталось, пожалуйста. 60 человек. 56, если точнее. 56. Я знаю, что среди вас есть 56 человек, которые ради меня могут это сделать. Собака на собаке. Угу. Угу. Вот, начинаем. Ну, мы эту всю историю уже знаем. Можно сразу к легендарным, наверное, туда двигаться. И, блядь. Питбуль. Что ж так собак много? Собачья фракция. Ну ладно, неплохо. Это выглядело неплохо. Ну, знаешь, на самом деле мне и вот это нравится. Ох, блядь, висяк у него неплохой. Ебать, нетопырь жесткий. Жесткий нетопырь. Бладрейн, правильно я понимаю? Стрелок, Бладрейн. Оп-то, хуйня из Dark Souls. Кровосися. Кадавр. Гниломаг, блядь. Фу, у него руки такие страшные. Угу, все стандартное. Нормально. Another one. Знаете, как вот
насмотришься, так, чуть-чуть здесь, наверное, приостановить надо, насмотришься на вот такие вот вещи, пацаны меня поймут, блядь, руки на стол убрали, насмотришься на такие вещи, а потом вот чувствуешь себя через какое-то время полностью опустошенным, полностью, как будто бы из тебя всю энергию, которая тебе предназначалась до конца жизни, выпили нахуй эти существа, на которых ты смотрел, да? Да-да. Тише думаешь, блядь, ну ты даешь, что ты там, что у тебя сиськи эти висят, ну что ты, блядь, в самом деле, а? Что ты мутишь? Куда делась энергия? Надо быстрее к арчихам бежать. Здесь одни эти кровосиси, но они неплохие. О, банши. Без тапок нарядили ее. Угу. Экспресс делаем. Тур. До легендарных. Началось легендарно. Труп невесты. Сифи Бантежна. Ой. Ну хорошо, неплохо. Но это легендарный, по-другому не назовешь. Нихуя себе. Вот это дизайн, вот это вещи. Такого бы я, конечно, в пати ебанул. Лего. Пацаны, не громковато вам? Не громковато. Пацаны, не громковато? Как говорит им? Ковато? Кому ковато? Не громковато. Не громковато. Что же значит ковато? Нет, им нормально. Блять, не шути на такие вещи. Ой, охуенно. Слушай, на самом деле мне вот начиная отсюда все нравятся. Ну-ка, вот начиная отсюда. Сука, горит. Остановись. Я могу чуть-чуть потише сделать. Если сами знаете, кому ковато. Хороший. Шикарный. 10 из 10. 8 из 10. 8,5 из 10. 10 из 10. 6 из 10. Нет, ну вот если б не волосы, которые как... Как я хрен знает что, какая-то пастила. На что-то съедобное похоже. Я бы дал семерочку за простоту стиля. И за то, что у него есть кровавая вот эта вот татуировка или что-то, блядь, такое. Что? Руна. Ну это хорошо, это 8 из 10, да. Это отличный монстр. Превосходный монстр. Джиперс-криперс, блядь. Буквально, да? Да то же самое. Затрудняюсь. Тоже около восьмерочки. Скажу около восьмерочки. Угу. Сколько здесь легендарных? Опять труп. Трупы, вокруг трупы. Ну все, в принципе, понятно. Задерживаться не станем. Демоны. Блять, не все, демоны. Демонов мы посмотрели, да? Легендарных. Орки. Да, демонов мы смотрели. Хорошие ребята. Сейчас, на орков бежим. Вот ты, блядь, демонессы. Слышишь, ладно, я когда говорил, что у меня энергия кончилась, я чуть-чуть припиздел. Я демонесс просто давно не видел. Ух ты, блядь. И дворфик. Дворфик-то понятно. Орки. Пацаны, я вам сладкое на потом оставлю. Хорошего понемногу. Орков пропускаем, быстро идем до этого. Бля, какая охуенная фракция, слушай. Правда, тут только козлы, свиньи и медведи. Но это не проблема. Сейчас, пацаны, сейчас будет... Блин, как бы я хотел... Вот мне вот это очень нравится. Вот это я считаю вообще-то 9,5 из 10. Бракус? Бракус, да. Тю, блядь, не, говня. Я такое люблю. У меня фетиши с тех времен, как я посмотрел тот фильм Ван Хельсинга. Он в такого же превращался. Чё говоришь? Что следующее после этого? После Бракуса? Копытное? Я не помню. Воевода. Воевода прикольдесный, да. После Бракуса? Бракус, блядь, мне. А мне нравится. О вкусах, блядь, не спорят. Ох, Хоронар, блядь, ух. Ящеролют. На ящера хотите глянуть, ребят? Нет. Слушай, неплохо, блядь.
здоровые, падлы. Сучи. Чем их там кормят, блядь? Фермерские ящеры на комбикорме. Блядь, хороший подбородок. Ну, какие-то они все одинаковые. Ну, ящеры, ты что хотел? Ты вообще много ящер, которые друг от друга отличаются, чем ты видел? Нет. Даже в Скайриме башка ящера, этого самого, как фракцию, как расу ящеров в ТЭС-серии называют? Чусь. Сука, если... Органианы. Даже у них все головы, это просто головы из каких-то ящериц, каких-то змей. Никакой между ними разницы. Ну, мощно. Ну, Джарек похож на какого-то... Вот это тоже, Варгал похож на этого, как его, из Fallout'а. Ну, я Fallout не особый фанат, не особо играл. Ну, иди нахуй. Ну, пошел нахуй так, племена сюда. Это вообще кто такие? Огры. Женщину-огра мне первым делом подставляете. А грехи? А грехи где? Показывайте огрих из жарких. Из-за грех не согласен. Нету, слушай. А как они там? Как они справляются? На сухую, что ли, делают? Я ебанулся. Удивительно, что он есть. Так посмотри, это же этот, блядь, один в один. Лепрекон. Не, следующий. Этот. Гул'дан. Гул'дан. Ну, мы о, это... Игнат. О, да, вот это вот она вся. Мачуха, она одна там, одна на всех, блядь. Мать пророда. Ну, либо это, либо ничего, как бы. Ну. Вариантов нету. Да. Варвар. Another one. Бомбита. Мамасита. Или здоровых, сука. Мы когда десерт будем есть? Одна и та же. Сейчас будем. Нихуя себе, тетя. Сейчас я ее верну. А с этим что? Этот по телосложению один в один мой дед. Помылся с бани и вышел. С завода вечером уставший, блядь. Синюшный чуть-чуть, нахуй. Дэн, говорят. Ой, блядь. Это за все рамки. Ёбен-бобен. Воевница. Зена, королева воинов. Все, в эту сторону мы не идем. Твою дивизию. Что я делаю, блядь? Это я вообще правильно делаю все, нахуй? Я запустил стрим на платформе, которая захвачена какими-то там леволиберальными людьми. И сижу 2 часа, смотрю на модельки с сиськами. Под Гога 3000 человек. Все там то же самое. Все такие, да, хорошо, блядь, хорошо пошло. Да, интересно я придумал. Кто-то в чате написал, ну тебя нахуй, скачаю все-таки. Да, убедил. Давайте. Кстати, ребят, что-то там эти... Секс продает. Что-то там оповещения куда-то пропали. А мы же все бога, уже. Мы бога, уже бога ради. Не-не-не, еще 40 человек. И, да. Ребят, самую... Немножечко осталось. Самую писю, самую писю добьем. Ты сделал пут? Блядь, а. Тут уже... Что, на, я смотрел, я... Скачай, пожалуйста. Ой, сука, блядь. Блядь, ну куда с такими лапами на диван, нахуй? А ну слезь к дивану. Флэшбэки, блядь, с кубанского прошлого. Вот это дали они, нахуй. Небесная чаривница. Чаривница. Блин, да я ворона. Я охуел. Это точно разрешено? Это allowed? Вы по-английски знаете? Это allowed? Это ауф. Это ауф. Пиздец, хорошо. А что за покруче? Что за покруче? Да говорит, да это же в игре. Что за покруче? Это, конечно, в игре, но пизда-то как настоящая.